Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале «Братьев Приходько». Меня зовут Денис, и это рубрика «Кушайте за здоровье». На прошлой рыбалке мы поймали немного хариуса, и теперь настало время приготовить его. Сегодня я буду готовить легкий салат из хариуса. Чтобы не затягивать, сразу приступим к делу. Первым делом сделаю хлебные лепешки. Для этого понадобится мука. Добавляю немного цельнозерновой муки. Добавляю мед. Перемешиваю это все. Затем добавляю подсоленную воду. Затем тщательно перемешиваю все это. Замешиваю тесто до состояния, когда оно перестает липнуть к рукам. Затем делю его на несколько кусочков. Затем беру скалку и раскатываю тесто в блин. Раскатываю до толщины пары миллиметров. Духовку разогреваю до 180 градусов. Ставлю туда противень. На противень наливаю масло и выкладываю лепешку. Духовку не закрываю. Обжариваю лепешку с двух сторон по 2-3 минуты. Когда лепешка прожарилась с двух сторон, вытаскиваем ее. Лепешки готовы. Такие они получились. Похожи на лаваш. Отставляем их в сторону. Остывает. Теперь приступаем к хариусу. Хариус я уже вспотрошил, почистил. Осталось теперь его разделать и достать филе. Отрезаю голову, плавники, хвост. Теперь отделяю филе от костей. Получившееся филе нарезаем на кусочки. Подсаливаю филе. Перемешиваю. И оставляю настаиваться. Теперь беру огурцы. Разрезаю их на мелкие кусочки. Беру редис и также разделываю его на части. Затем беру листья салата и тоже разрезаю их на кусочки. Беру лук зеленый, добавляю петрушку, укроп, все это мелко нарезаем. Осыпаю соль, добавляю черный и красный перец, совсем немного для вкуса. Добавляем нашу рыбу, все это тщательно перемешиваю. Добавляю немного оливкового масла. Салат готов. Салат готов. Лепешки готовы. Осталось только попробовать. Лепешки я буду использовать в качестве ложки. Получилось очень вкусно. Советую и вам попробовать. Рецепт очень простой. Очень мало ингредиентов. Самое долгое, что готовить, это лепешки. Но лепешки по вашему желанию вы можете заменить на все, что угодно. Можете обойтись вообще без них. Салат менее вкусным точно не станет. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, рассказывайте своим друзьям, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока.